Ссылка на книгу в описании под видео. Общее. Советско-германский фронт и Второй фронт. Тезис. СССР и англо-американские союзники внесли важный и равноценный вклад в общее дело победы над Германией. Обоснование. СССР и англо-американские союзники внесли важный вклад в разгром вооруженных сил Германии и союзников. Например, Красная армия разгромила основные силы сухопутных войск, англо-американские союзники уничтожили основные силы немецкого флота. Второй аргумент. СССР и англо-американские союзники внесли важный вклад в освобождение оккупированных фашистами территорий. Например, Красная армия освободила ранее оккупированную европейскую часть СССР и Восточную Европу. Англо-американские войска освободили Западную Европу. Третье. СССР и англо-американские союзники внесли важный вклад в удушение германского топливно-энергетического комплекса. Например, в ходе битвы за Кавказ Красная армия не пустила Гитлера к нефти Баку, Грозного и далее к месторождениям нефти Ближнего Востока. Англо-американские союзники разбили немцев и итальянцев в Северной Африке и тем самым также не пустили фашистов к нефти Ближнего Востока. Далее Красная армия освободила от немцев Донецкий угольный бассейн, захватила нефтяные месторождения Плоэште, месторождение Надька ниже Венгрии, Венский нефтяной бассейн в Австрии, англо-американские союзники захватили Рурский угольный бассейн. Ссылка на книгу в описании под видео.